Так. Позвольте. Вы придете? Придем, придем, придем. Придем, не волнуйтесь. Ну, перед выборами. И наша история является основными столпами патриотизма России, нашего государства. И вот я хочу сказать, нас все время убеждали, что у вас, это, я бы сказал, наши геополитические враги, у вас нет ничего в прошлом, у вас ничего нет в настоящем, нет ничего, ничего подобного. Мы очень имеем богатейшую культуру. Так мы в очереди стоим. А вы где стоите?